Привет, народ Ютуба, также подписчики. Вот большая такая пришла, громогласная посылка в свободном пакете. Так, оценили, 10 баксов стоит он, по-моему, 12, насколько я помню. Шла, сколько она шла? Да, где-то 22 дня шла, нормально. Вполне быстро. Ну, это я с дня отправления. Вернее, ну да. Вот, они написали 30.05 вышло. А я считаю с дня оплаты. Потому что она там висела еще. Так, ладно. Это все мелочи, что тут еще сказать. Вот так оно было написано. Карта копировальная. Сейчас заглянем в самое сокровенное и увидим, как он упаковал. Ну, упаковал, походу, хорошо, потому что я на почте, когда получал, пытался прощупать, я так и не понял, какая карта мне пришла. Вот, завернул 3-4 слоя завернул, видите, какой заботливый продавец. Аккуратненько, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 6 ключей, как и обещал, не просто в бумажку завернул, еще и в пакет положил, пакет герметичный, чтобы влага не попала. То попадет влага, пропадет аппарат. Так, сейчас мы все это дело рассмотрим. Это его аббревиатура, штрих-код. Так, 6 брелков и 6 карточек, по-моему. Вроде как, да, 4, 5, 6, да. Вот, на карточках вообще ничего не написано. То есть можно написать, что хочешь, да? Во. Вот так оно сложено было. Так, ладно, сторонка. Итого 12 получается, да? 12 вариантов. Кстати, они, блин, интересно, просвечиваются, не? Давайте все-таки посмотрим, что это такое. Да, это пластик. Это пластик. Я думал, бумага. Это пластик. Так, брелочки. Надо будет один брелок вскрыть. Я как-то не это самое не смотрел. В частном секторе живу. И просто не имею возможность такую. Теперь уже имею. Значит, коробочка тоже отличная. Целая, аккуратненько все сложено. Место для хранения. Вот это они, походу, проверяли, потому что не в пакетике находилось, видите. Короче, ко мне люди подходили, спрашивали. Ключик. Ключик сделать надо. Ключик, ключик. Вот мы как раз в следующий раз и проверим. Так, частота у него 125 кГц. Работает он на этой частоте. Наклеечка. Ну, наклеечку пока сдирать не буду. Включить и выключить. Пока не работает. Батарейка. Какая батарейка? 2-3А. Нормально. Ну, сейчас я программировать не буду, только батарейки поставлю, проверю, как оно визуально работает, не работает. Вот, а потом мы, это уже в другом видео, обязательно протестим это дело. Подойдем к двери, проверим. Считаем код с эталона и потом скинем сюда. Так, что сейчас? Батарейка. Так, вот они, батарейки. Довольно быстро нашел. Не знаю, дохлые, не дохлые. Сейчас аппарат нам скажет, какие они. О, пикнул. Красный засветился.
Хорошо. Это включено питание. Так, выключено. Так, включено. Сюда нажимаем, он считывает, если что-то считает. А сюда потом запись. Но пока он ничего не делает. Так, в одном из видео мы обязательно заглянем вовнутрь. Это что за фигня? Ну, пикнул. Питание работает. Ладно. Все на этом. Получили все необходимое. Все вроде как бы работает. Подписываемся на канал, если кто желает увидеть тест, разборку, содержимое и все такое. Как оно работает, все это дело. Жду ваших комментариев. Все, до новых встреч. Все, всем пока-пока.